Ну вот и все, друзья, закончил я окно по раферу. Теперь посмотрим, вот как у нас получилось снизу вверх. Вот так оно и будет, полакируется. И довольно неплохо под старинку смотреться. И вот такая арочка. Давайте я отойду. Вот, там все заштукатурится. И будет неплохо. Сейчас я хочу показать снаружи. Красиво. Вот это окошко снаружи. Давайте мы посмотрим. Смотрите, как красивый кругляк смотрится на фоне камня. Ну вот, что я и скажу в заключение. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте.